Всем добрый день. Откачал я тыковку. В общем, взяток в лесу упал до нуля, до 600 грамм. Вот. И вот на последнем переезде у меня немного где-то что-то поскрипывало. Вот. Ну, я уже знаю, сталкивался с этим делом. Вот разобрал я, колесо снял, колодки снял. Вот теперь надо будет все собрать. Значит, просто колодки греются до такого состояния, что ж барабан красный бывает. Но этот раз до таких состояний я его не нагрел. Значит, есть таких нюансов. Как видите, у меня полевые тут условия. Но я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. Вот они, цилиндрики. Вот из-за них вся беда. Это я их прочистил, в общем. Ну, наждачки мне не оказалось. Легче было почистить. Не надо, кстати, наждачкой тереть до усера, до белого состояния. Просто надо грязь снять с них. Соответственно, вот показываю, что внутри. Просто внутри наждачкой проще снять. Вот, теперь... Собираете всю эту грязь, вытираете как можете. В общем, выбивал я их вообще кувалдой, они там намертво прикипают. Просто когда будете собирать нюанс, вот видите, там одна жидкость, вот эти вот манжеты, вот они, их надо смазать тормозной жидкостью и цилиндриком. Дело в том, что если вы их туда на сухую засунете, они могут расклинить. И будете заново все разбирать. Вот. Вот такие вот дела. Соответственно. Ну, это из-за того, что машинка мало эксплуатируется. Только в летний сезон. Зимой она практически стоит. Вот. Движения в цилиндрах нету. Ну, и они закисают. Вот так вот. Легко все дело чистится. Ну, правда, выможетесь весь. И мыться придется под импровизированным душем. Вот. Вот такие вот дела. Всем удачи. До новых встреч.